В общем, друзья, выдвинулся я с острова Батам. Получилась у меня история накануне. Я перевернулся. Вот, часть вещей была где-то что-то потеряно, где-то что-то мне пришлось оставить, потому что каяк был очень сильно перегружен. Вот. Сейчас иду тоже достаточно загруженный. Чувствуется управляемость каяка, конечно, намного хуже, чем обычно. Но приходится выбирать, как я уже сказал, время, течение, вот, ветер, волны. Вот сейчас спокойно, тихо, пока отлив, по-индонезийски отлив Сурут, прилив Пасан. Вот сейчас Сурут и спокойно, волны нет. Вот, поэтому потихонечку двигаюсь. Ребят, я без телефона, без сотовой связи, поэтому, естественно, на долгое время пропадаю из эфира, пропадаю с интернета. Вот. Но как только выполню необходимую программу, как только доберусь до того места, от которого отправлялся, где-то через недельку получается примерно, я обязательно постараюсь все ролики, то, что я сделаю, записать, выложить. Вот, решить как-то проблему с этим телефоном, не знаю, что получится, не получится. Если получится, значит, тогда буду выходить, когда пойду уже в сторону Суматры, буду выходить на стримы, в прямой эфир, вот, рассказывать, показывать все. Так что вот, друзья, путешествие началось. Как это, знаете, говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Вот. И поэтому, конечно же, многие вещи, которые по неопытности я сначала не учел, сейчас учитываю. Ну, вот, и надеюсь, все будет хорошо. Идем дальше. Друзья, первый выход и кораблекрушение. Потоп одним словом. Придется от канистры с водой избавляться. Конечно, груженный каяк — это совсем другое, нежели он пустой. Чувствуется какая-то разбалансировка. И не хотелось бы встречи ни с какими там катерами, кораблями, потому что иначе волной может легко, очень даже запросто перевернуть. Все-таки чувствуется вес. На выходе, на прошлом выходе, вчера, каяк был перегружен, и я перевернулся, буквально совсем чуть-чуть отошел от берега, самую малость, и перевернулся. Пришлось полностью пересмотреть весь ассортимент всего того, что со мной. Весь груз. Много груза оставил. Канистру с водой 20-литровую брать не стал. Давит она очень сильно, достаточно, на каяк. Проседает. Оставил часть вещей. Достаточно необходимых, но с ними пройти невозможно. Сейчас чувствуется, как каяк, он все-таки подпросевший под грузом, цепляет кораллы. Конечно, так как у меня сейчас нет защиты, нет этой юбки защитной, которая чтобы закрывала кокпит, чтобы вода не попадала, приходится идти
тот момент, когда нет волн. То есть очень серьезно следить за течением, волнами, потому что достаточно опасно. Сейчас даже чувствуется разбалансировка, все-таки палатка спереди, она немного правее, пенка левее, палатка тяжелее. И вот вроде бы казалось, вес не очень большой, но разбалансировка чувствуется. Надо будет переделать немножко. Начался дождь, поэтому я сейчас зашел в заливчик. И зайду, наверное, под крышу ресторана с краешку. Пережду заряд, который сейчас будет. И пойду дальше. К острову Бинтан. Ребят, завис я тут под мостом. Уже второй час торчу из-за дождя. Но не хочется мокнуть. Идти далеко. Батам никак не отпускает меня. Так что вот, уже 2 часа под дождем, под мостом. Бро, а икан синие бисарки чил? Икан синие бисарки чил? Ты чил, я? Панама, Панама, икан? Ногс опонтай. Ай? Ини? Ини сая перги бинтан, Мантин. Сая перги бинтан. Мантин, я. Ну, Мантин, сурвивал. Кемпинг. Тревел. В Харе Ини сая перги. О, в Артыги. Пулау бинтан. Надеюсь, ребят, что до завтрашнего утра. Ух ты, елка-палка. Видите, как поливает. Надеюсь, что до завтрашнего утра доберусь. Точнее, не до утра, а, наверное, где-то до обеда доберусь до острова Бинтан. Напомню, что я без телефона, без навигации. Буду идти наугад по памяти. Сейчас прохожу марину. Там вдалеке вон стоят яхты. Море, на удивление, спокойное. Хотя, я чувствую, сейчас скоро должен начаться ураган. Потому что вокруг дожди. Прямо фронт воздушный гуляет везде. Надо быстрее куда-нибудь искать местечко, куда можно будет пристать и повесить либо гамак, либо поставить кемпинг, тент. Дальше будет видно. Да, ребята, непогода меня накрывает. Нужно срочно куда-то успеть. Сейчас будет пришвартовываться. Друзья, попал я вот такой шторм. Это конфет, короче. Просто конфет. На пляжах это спокойно выйдет. Thank you.
ребята, вы видели сами, в каких условиях приходится проходить. Это выживалово, друзья. Это самое настоящее выживалово. Ребята, всем привет! Слава Богу, успел до берега добраться. В море просто, я не знаю, как это словами описать. В общем, все. Пока вырубаю камеру, надо вытаскивать каяк на берег. Ну вот, друзья, вот таким вот образом, волей случая, оказался я на острове. И погоду пришлось просто высаживаться, слава Богу, успел до берега. Поделюсь впечатлениями потом уже, когда переживу этот ураган, отойду, вот, и двинемся дальше. Всех обнимаю. Огромный привет от бродяги на каяке. Вот, ребят, пристала к какому-то берегу, пристаю. Дали мне добро местные люди. Попробую сейчас тут разобраться. Мало. Минимум, по-моему. Минимум, окей. Maybe копи, копи. 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 Панас. Лин. Панас Тидада. Тидада, я? Окей, 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 окей. Макаси, макаси. Папа, не скапи. Мы окей. Макаси, бро. Окей. Окей. Ой, Сая, перги. Keliling Indonesia mancing. Ada tuh. Hah? Dari Bintan ini. Dima. Ada di YouTube-nya, tahu enggak YouTube-nya? YouTube. YouTube ada ya? Ada ya. Saya sering nonton YouTube. Sering nonton YouTube mancing. Makasih. Oke. Ой. Ребята, ночь прошла. Не сказать, чтобы выспался прямо совсем, но отдохнул немножко. Немного отдохнул. Вот я сейчас нахожусь в рыбацкой деревне очередной. Конечно, удивительно. Вчера ребята меня здесь, местные, очень хорошо встретили, приняли. Я их не знал. Познакомились, напоили кофе, вот, угостили печеньем. И я вроде бы как-то это самое, немножко вроде как чуть-чуть отдохнул. Но времени сколько точно не знаю, наверное, где-то около, сейчас посмотрим. Так, ну, по ощущениям, сейчас где-то около половины седьмого, наверное. Около половины седьмого. Был прилив. Я думаю, отлив начнется где-то, наверное, ну, может быть, через час. Это здесь такая набережная длинная. Вот. Лодка стоит, каяк, ну, соответственно, и палатка. Все, ребят, буду собираться и отправляться дальше. Сейчас 7 утра, друзья, и я вот отправился от гостеприимной рыбацкой деревушки. Места, конечно, ну, словами не выразишь. Очень красиво. Очень до невозможности красиво. И жалею сейчас об одном. То, что нет возможности снимать сверху. Нет дрона.
Конечно, съемки были бы просто космические. По пути попадаются вот такие вот маленькие острова, островки. Достаточно много. Сиан, бро! Сиан, бро! Кабел, бра, по километр! Сиан! Бро, кабел, бра, по километр! Мана? Кабел, кабел! Кабел, это депан, бра, по километру, я знаю, но это депан. А, десини, я? Депан. Десини, окей, макаси, бро! Икра надо сини? А? Икра надо сини? Ада, juga lah. Баняк? Так, тенту juga, kadang ada, kadang enggak. Sana, depan sana, PT-PT itulah, depan sana. А, здесь они, я? Да. Окей, ла. А бинтан, Димана? А? Бинтан, бинтан. Бинтан, что там? А, и не бинтан, я? Да, окей, окей. А сини, собики мантин багус? А, мантин как клауд, ла. А, лаги, я? А, как клауд. Ага. А, пун-пун? Да, да. Тида, да. Тида, да, я? Окей, ла, макаси, бро. Йо. Окей. А это уже прорастает будущий мангровый лес. Семена попали сюда и проросли. Какое-то счастье скрыться в тени мангрового леса после палящего солнца на море. Какая красота! Так легко, хорошо дышится. Шумит гром. Гроза приближается. Надо будет сейчас искать место где-нибудь для ночевки, чтобы завтра сделать бросок на остров Бинтан. Где-то порядка, наверное, получается, придется пройти около 20 километров до острова. Конечно, очередной раз я вот жалею только о том, что нет воздушной съемки. Это было бы, конечно, очень круто. Жалко, утопил свой дрон, когда разбил лодку. Кстати, сейчас я выйду
на то место, где попал, ну, назовем это кораблекрушением, да, где об камни. 2 года назад с небольшим, это 22-й год, январь, расколошматило волнами об камни мою лодку РИП с мотором. Это когда я впервые, первый раз вышел уже в путешествие, думал отправляться, шел на базу. И все. И после этого, ребят, я решил взять себе каяк. Объясню потом, почему пришло такое решение. Лодку очень жалко, конечно. Поехали.